За последние сутки в Одесской области диагноз коронавирус подтвердился у 861 жителя региона. Из них 420 одесситов и 441 житель районов области. За время пандемии в Одесской области заразились ковидом почти 60 тысяч человек. Больше только в Киеве и Харьковской области. От осложнений, вызванных коронавирусом, за эти сутки умерли 20 пациентов инфицированных отделений области. В инфицированных отделениях Одессы свободными остаются 43 ковидных кровати. Увеличилось также количество людей, которые побороли болезнь. За сутки их стало больше на 623 человека. Кроме того, стало известно, что городской глава Одессы освободил свое место. Речь идет о месте в инфекционной больнице. Мэр продолжит лечение амбулаторно.